Всем привет, с вами Галактики, и я начинаю серию коротких лаконичных туториалов по игре Starbound, которая находится на данный момент на первом этапе бета-тестирования. Если же у вас будут какие-то вопросы по игре или предложения по новым туториалам, то оставляйте, пожалуйста, все это в комментариях. И в этом видео я расскажу вам о основах управления, о горячих клавишах и немножечко о механике игры. Поехали. Для начала сразу хочу сказать, что в игре есть опция приближения, то есть есть зум. Он находится в настройках, да, через меню настроек. Можно приближать и отдалять камеру три раза. Давайте мы сейчас посмотрим на все три. По стандарту игра запускается вот на вот этом вот, в этом режиме приближения, да, но можно также сделать ее немного больше или немного меньше по желанию. Кому как нравится, смотря, да, если вам удобнее играть так, то можете играть так, но я же буду играть на стандартных таких настройках. Мне вполне так устраивает. А теперь давайте пробежимся по горячим клавишам. Естественно, 1, 2, 3, 4, 5 – это переключение между предметами на нашем хотбаре. И здесь есть небольшое отличие от других подобных игр с таким хотбаром. После клавиши 5 у нас есть еще два слочка – это левая и правая рука, скажем так. Но они активируются, идут не 6 и 7 клавиши. Клавиша 6 активирует у нас дальше дальнейшие предметы, а активируется клавишей тильда. Или же повторным нажатием на уже выделенную клавишу, выбранную, да, то есть если у нас сейчас активно, да, активен третий слотик, если мы нажмем еще раз троечку, то у нас активируются предметы, скажем так, в руках. Эти предметы можно переключать между друг другом, если у нас два двуручных оружия в руках, допустим, сейчас у меня двуручный меч и лук. Можно их переключать клавишей Z. Если же у нас был бы одноручный меч, допустим, и щит, или же два двуручных меча, два одноручных, точнее, меча, то они бы были активны вдвоем. Также по хотбару можно переключаться между предметами с помощью колесика по порядку, когда у нас колесико выходит за границы в ту или иную сторону, у нас активируются предметы в руках. Дальше клавиша E позволяет нам взаимодействовать с выделенным предметом. Будь то крафтовый стол или какое-нибудь сиденье, ну что угодно, абсолютно что угодно. С чем мы можем взаимодействовать? Любые взаимодействия идут через клавишу E, естественно, английскую. Также можно нажать клавишу Alt, и нам подсветятся все предметы, с которыми мы можем взаимодействовать. Дальше, если же мы нажмем на Ctrl, то мы можем немножечко подвигать камеру, да, в разные стороны и осмотреться, скажем так. Практически как и во всех играх, инвентарь у нас открывается с помощью клавиши I английская. Режим крафта базовых предметов открывается с помощью клавиши C английской. В принципе, в каждом практически окошечке у нас есть небольшие подсказки, которые говорят нам, какая клавиша открывает то или иное окно. Также у нас есть, дальше пойдем, да, вот по вот этой вот панельке, режим обзора, который активируется с нажатием клавиши N. Мы можем осмотреть любой предмет, совершенно любой предмет, и нам будут, наш персонаж будет рассказывать, на что мы смотрим. Дальше кодекс у нас открывается клавишей L английской. Здесь мы можем почитать разнообразные заметки и небольшую сюжетную завязку. Журнал квестов открывается с помощью клавиши G. Это тоже, в принципе, по стандарту, да, вот слово journal, журнал. А теперь давайте перейдем к немного более интересным вещам. Возьмем в руки, допустим, кирку и попробуем покопать. Если мы будем нажимать правую клавишу, то это будет выкапывать задний фон нашего корабля, пещер, домов, всего чего угодно, копает именно задний фон. Также, если мы спустимся, да, вниз, это будет, может быть, немножко лучше видно. Вот сейчас я нахожусь на пустынной планете, и вот так вот выкапывается задний фон правым кликом, очень просто, очень удобно, без каких-либо проблем. Также, если
мы зажмем клавишу Shift, то у нас будет копаться меньшая область, в один блок, точнее, которая будет, да, у нас область не по стандарту, как у нас, да, 3 на 3 идет выкапывание, а всего лишь в один блок. Это очень удобно, если нужно сделать какую-то более мелкую конструкцию. Точно так же с строительством мы выбираем на горячем, на ходбаре, на нашем какие-либо предметы, да, допустим, вот я хочу построить себе какой-нибудь, не знаю, туалет, да, вот так вот, и закрыться в нем и сидеть, пока чудо не случится. То есть, это мы ставим стены левой клавишей мышки, все как обычно, да, и правой клавишей мы ставим фон. Да, мы ставим фон. Просто нужно начинать с самого низу. Тоже очень удобно. И я немного проголодался. Нужно съесть кусочек мяса моему роботу. Мясоядный робот. Также мы не можем подняться на наш корабль, если над нами есть какое-либо препятствие на пути к нашему кораблю. Поэтому нужно выкопать вот эту вот часть, допустим, да? И теперь мы... выбраться отсюда еще, и теперь мы можем подняться на корабль. Теперь давайте расскажу немного о механике игры, по поводу монстров, по поводу уровней и так далее. Давайте сейчас найдем какого-нибудь монстра и посмотрим, какого он уровня. Для этого нам нужно его ударить, как ни странно. Вот, он третьего уровня на данный момент. Давайте я вернусь на корабль, нам он больше не нужен. Мы посмотрели на его уровень, да, и давайте теперь заглянем на нашу планету. Так не получится. Уровень опасности на нашей планете 2. Это значит, что на этой планете будут монстры второго уровня и плюс-минус 1-2 левела, мне кажется, не больше. Всего уровней опасности 100, то есть у нас будут планеты с уровнем опасности 100 и с монстрами примерно 100-го левела. На данный момент в альфа-секторе, в котором я сейчас нахожусь, у нас уровень опасности варьируется от 1 до 10. Чтобы попасть в сектора с более высокими монстрами, с более высокими интересными наградами и технологиями, нам нужно улучшить наш корабль. Для этого нам нужно убить первого босса. Также стоит упомянуть, что клавиша F11 можно переключаться из законного режима в полноэкранный и наоборот, потому что когда мы альтабаемся, игра переходит в оконный режим, и восстановить полноэкранный можно нажатием F11. С помощью клавиши Shift мы можем быстро перекладывать предметы из инвентаря в сундук и наоборот. Ну, как это реализовано во многих играх. Ну вот, пожалуй, и все, что я планировал на первый туториал. Надеюсь, информация была для вас полезная и интересная. Дальнейшие туториалы будут уже очень-очень скоро. Как я говорил в начале видео, если у вас есть какие-либо вопросы или идеи по поводу новых туториалов, то оставляйте в комментариях. И не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы еще не подписаны. На канале будет очень много Starbound.